ребят, вообще обезвоженная, как пластилин. Вообще как пластилин и скелет. Не знаю, смогу вы спасти или нет. Еще и понос сильный. Так, сейчас катетер. И будем капать. Напоим глюкозой сейчас. Не, кошки не очень любят глюкозу, но мы ее напоим. Чуть-чуть. Потому что она вообще скелет. Капать не будем. Только напоили, а капать рингером. Так, лапочку. Так. Понос у нее, конечно, сильный. С нее просто течет. Глазки гноятся. Ребята, ну это скелет. Это просто, я даже не знаю, как сказать. Это вообще жуть. Что, солнышко, уже голову начала поднимать? Да, головку начали поднимать. Возможно, ее немножко подташнивает из-за фосфолюгеля. Такое может быть, но рвотных позывов пока нет. Поэтому просто продолжаем капаться. Еле-еле, по капле в минуту. Ребят, иначе мы можем просто устроить ей отек легкий. Ну что, поташнивает? Поташнивает 100%. Давай посмотрим зубки, девочка. Давай, мое солнышко. Давай посмотрим зубки. Да, лет 5-6, не больше. Все, ребят, капельницу сняли. Ну, все пластилином. Все пластилином. Здесь ребра. Ой, здесь, ребята, вообще торчит хребет. Ну, видите? Это хребет. Боже, боже, боже. Она обезвожена просто чудовищно. И она даже пластилином стоит и даже никуда не уходит. Ну что, мой хороший? Вот это, ребята, подобие кошки. После капельницы головку стала поднимать. Ребята, это чудовищно. Это все пластилин. Кости. И вот такая шкура. Храбрая стала, да? Храбрая стала. Прокапались, силы появились, водички напились, глюкозки, всего. Да? Витаминок. Ой, ребята, это жуть. Нашу девочку накормили, напоили, укрыли. Не сильно, но чуть-чуть, потому что в комнате прохладно, на улице дождь. Вот, отопления нет. Все, девочку покормили, напоили. В 12 ночи будем делать вторую капельницу. По чуть-чуть, осторожно, часа на два. Прокапать немножко совсем, всего 50 грамм надо будет, чтобы не было отека. А пока она просто согреется.